Мы делаем все, что в наших силах. Так Валентин Коновалов прокомментировал ситуацию в сфере ЖКХ. Сегодня глава Хакасии собрал пресс-конференцию, на которой рассказал, как республика готовится к зиме. Принята программа реформирования ЖКХ. По каждому пункту составлен график реализации и определены ответственные лица. Средства, а это около 8 миллионов рублей, будут привлекаться в том числе из резервного фонда Хакасии. Также Валентин Коновалов надеется на поддержку федеральных властей. На пресс-конференции не обошлось и без нашумевших вопросов о 17 советниках главы Хакасии. Что на это ответил руководитель региона, смотрите в ближайших выпусках РТС новостей.